Если вы хотите, чтобы обувь служила долго и ходила у вас прямо по ноге, как тапочка, возьмите новые кожаные ботинки и хорошенечко пропитайте их касторовым маслом, например. Потом дайте сапогам выстояться примерно сутки. После того, как сапог у вас высох, возьмите парафин, возьмите скипидар и растворите парафин в скипидаре. Хорошенечко промажьте все швы этой смесью, чтобы швы не протекали. Дайте всему этому хорошо впитаться. Я для этой цели использую обычный женский фен для укладки волос. То есть я прогреваю ботинок, чтобы воск хорошенько затек. После того, как это все произошло, дайте отстояться еще там часик. А после этого хорошо промажьте обувь бесцветным воском, либо кремом цвет. Где-то 2-3 месяца ваша обувь будет непромокаемая.